Прикинь, есть еще бабы, оказывается, которые хотят выйти замуж, жрут овсянку, ходят в спортзалы, сидят голодные после 6. Некоторые даже не бухают. Сердце крови обливается за них. Ребята, всем здорово, Саныч на связи. Это, знаете, похоже, когда ты проходишь мимо болота, там свинья лежит такая, купается в грязи такая. Хрюкает, типа, да, о, ха-ха, фу, ля, чистая пошла, фу, фу, на тебя что, дура, что ли, да? Это как вот, да, вот, когда вот просто люди запускаются там, да, ну вот я не хочу там сейчас, я просто поймите правильно, не оскорбляю никого по внешности, там, но когда вот барышня весьма запущенных таких, скажем так, форм, да, когда все висит, блин, она надевает топики, да, вот такие вот коротенькие, блин, там, юбочки, там, шортики, да, короче, это такой, там с того теста 200 пирожков накатать можно, честно, да, вот. И начинает при этом кого-то укорять за какие-то внешние недостатки, это как вот, да, типа, или даже более того, за какие-то правильные действия. Ну хорошо, чаечка там ест после 6, там ест овсянку, там следит за здоровьем, следит за фигурой. Не пьет, не бухает, как свинья, да, короче. Мне ее так жалко, она живет неполноценной жизнью. Сломать мои очки называется, ребята. Больше ничего здесь не скажешь.